Здравствуйте, меня зовут Архипова Елена Витальевна, ученица первого класса МБУ СОС, 12 Андрей. Сегодня я хочу вам рассказать про моего прадедушку, Крайнова Александра Алексеевича. Он родился в селе Илюшкино Верхнинского района Пензенской области в 1924 году в семье колхозника. После окончания 7 классов поступил учиться в Пензенское училище на киномеханика. В июле 1942 году призвали в ряды Советской армии. Оттуда дело не узнал о нападении фашистов на страну. Боевой путь дедушки был очень долгим и трудным. Участвовал в боях за взятие Будапешта, за освобождение Праги, за взятие Вены. За годы войны был награжден медальными орденами, удостоен звания гвардии. Осенью 1945 году вернулся домой, где его ждала семья. Я очень горжусь своим прадедушкой.